Live Format. Но мы видим, что голов стало больше забиваться, то есть немножко расслабленное у игроков состояние, им как-то проще без зрителей играть. И игра стала зрелищной, целые голевые фейерверки. Ну, то есть получается тренировочная атмосфера. Игроки раскрепостились. Как ни странно, удачный опыт. Можете вообще играть, включать магнитофон. Ну, там на магнитофоне будут овации записаны или свет, и все. Один из признаков эпохи шута, то есть, как ни странно, да, вот нормальный порядок предусматривает, что вот игра, там, зрители. А его изменили, стало лучше. Хотя так не должно быть. По-нормальному должно быть, что вот лучше тогда, когда все элементы игры есть. Зрители, стадион, все такое. Потому что игра-то для зрителей идет. А получается, что убрали самый главный элемент и стало лучше. В этом отличие эпохи, что какие-то нелогичные движения приносят результат лучше, чем логичный. Live Format.